Onda ben varmış, Мы принесли вам исполнительный лист. Ваш родственник должен оплатить по решению суда транспортный налог в сумме 200 тысяч тенге. Да, но он живет совсем по другому адресу. Я ему передам. Предупреждаем, если он не оплатит, то его могут привлечь уже по уголовной статье. Вот так судоисполнителям, прокурорам и полицейским приходится заниматься поисками должников и добиваться оплаты налогов и административных штрафов. Иного выхода нет. Некоторым штрафникам уже предоставлялась отсрочка до полугода, но с тех пор прошло несколько лет, должники упорно скрываются. Прокуратура продолжает системную работу по борьбе с должниками. При этом в задачу прокурора входит не только выявление должника и постановка его на учет. Органами прокуратуры только порядка 300 должников-алименщиков поставлены на учет в качестве безработных. Около 250 человек были трудоустроены. Порядка 100 злостных неплательщиков алиментов были привлечены к административной ответственности. Мы напоминаем должникам, что в случае неисполнения ими судебного решения, согласно административного кодекса, предусматривается ответственность. В случае повторного неисполнения в силу вступает уже уголовная ответственность. В настоящее время в Южно-Казахстанской области задолженность по алиментам составляет почти 86 миллионов тенге. Это примерно 15 тысяч исполнительных дел.